Род землепашцев Джабраиловых в Шединском краю известен испокон веков. И как его прадед, дед, отец, Ахмедият тоже стал пахарем. Он знает цену этой земли, агроном Джабраилов. Кормилица, чтоб урожай был добрым, у нас в Шити празднуют первую борозду. Я с детства люблю этот праздник. Мне часто поле наше снилось. Весной земля набухает от влаги. Она живая, цветущая. Когда война ворвалась в их дом. Отец и старшие братья ушли на фронт. В первых же боях погибли. В 42-м добровольцем ушел и сам Ахмедият. Окружение под Изюмом, тяжелые ранения. Судьба забросила его в небольшой городок на юге Франции, Монтабан. Себе представить, что твои рыжие кудри стали белыми, что у тебя пошаливает сердце. Для меня ты остался таким же, как там, в лесу под Тулузой. Шамбар. Quelle surprise. Allez bien.
Il habite à 3 kilomètres d'ici, celui-là. Oui. Oui. Bon, pas attendre là-bas. Celui-là, on va aller le voir, celui-là, hein. Oui, oui, oui. Hein? Ça serait bien, ça. Они встретились спустя 30 лет, друзья по сопротивлению, Шамбар и Ахмедия. Горли, Бонни. Que tu dois certainement connaître. Oui, oui. Et après, je ne vois pas bien. Il y avait Dumas qui est mort. Il habitait à Bordeaux, lui. Del Blanc Dumas est mort. Hein? Alors après, quels sont les autres? Jeannette, et vraisemblablement, elle doit habiter dans la région parisienne. Mais où? Alors peut-être avec Petzek, on peut trouver son adresse. Я ходил по следам своего прошлого. Где-то здесь должен быть дом, где находился концлагерь, и подвал, где я ждал смерти. Дорогая моя Жанна, незабываемая мадам Жанна, вы возвратили мне жизнь, и я чтил вас как мать. Хотя говорят, что у человека бывает одна мать и одна родина. Уборщица лагеря, мадам Жанна, спасла Ахмедии жизнь, устроив побег. Она привела его в партизанский отряд «Дель Планка». И осенью 42 года он стал бойцом 4-го эскадрона корпуса фронтиньеров департамента Тарн и Гарона. Выполняя свой долг перед советской родиной, я одновременно обязуюсь честно и верно служить интересам французского народа, на чьей земле я защищаю интересы своей Родины. Всеми силами я буду поддерживать моих братьев-французов в борьбе против нашего общего врага немецких оккупантов. На этой старой фашисты повесили 4 товарищей из партизанского отряда Ахмедии. Остановись, прохожий. Поклонись им. Именно у этой акации должна состояться встреча. Он пришел сюда задолго до назначенного часа. Он волновался. Кто придет еще? Кто из боевых друзей остался в живых? Во Францию
узником номер 4167, человеком без имени. Но слава о его дерзких подвигах гремела по всему оккупированному югу и принесла много имен. Харго, Армет Мишель, Рус Ахмед, Маки Мишель, Кураже Мишель. Все это Ахмедия Джибраилов. Армет Мишель, Зон, Сирсели Ди Николаев, Вербье Ди Банан, Горли Ди Франсуа, Шамбар Ди Негрита, Présent. Lazareille dit tête sec. Présent. Je suis heureux, après 30 ans, de rencontrer un camarade qui a eu l'honneur de combattre parmi nous pour reconquérir aussi sa liberté et celle de son pays, pour une lutte contre le fascisme où nous étions de plusieurs nationalités unanimes à combattre et sans faire distinction des camaraderies qui nous a mis à l'époque. Nous n'avons qu'un regret, c'est que le capitaine Delplanque, Dumas, ne soit pas auprès de nous. Malheureusement, il est décédé il y a déjà plusieurs années. Nous sommes des gars représentant la résistance française, issus des maquis de la S, c'est-à-dire de l'armée secrète. Освобождение Бордо. Это была одна из самых рискованных операций. Группу возглавлял я, брал только добровольцев. По канализационным трубам, согнувшись в три погибели, по пояс в зловонной жиже, мы шли к штабу врага. Наше внезапное появление вызвало дикую панику. Depuis deux jours à peine, il y a parfois du bonheur dans la peine. Mais depuis qu'ils étaient amoureux, leur destin n'était plus malheureux. Ils vivaient avec un rêve étrange, et ce rêve était bleu comme les anges. Leur amour était un vrai printemps, oui, aussi pur que leur temps de revintant. C'est la romance de Paris, au coin des rues, et le... Я помню Париж в те дни. В баррикадных боях дух коммуны реял над пламенным городом. Как ждали тогда мы победных вестей с далеких советских фронтов. Капитан Дельпланк, бывший командующий сводными корпусами в Тарне и Гароне, свидетельствую, что Армет Мишель состоял в движении сопротивления. Смелый, отважный до беспредельности, он всегда вызывал восхищение его боевых товарищей. Уже пожелтели документы о безоговорочной капитуляции фашизма. Но никогда не забудется подвиг народа и мир, что принес он с собой.
Боевой путь Ахмедия Джабраилова отмечен высокими французскими наградами. Военный крест, крест за добровольную службу, военная медаль, которая дает ему право идти впереди генералов на военных парадах Франции. Эти награды прикрепляли к его груди Шарль де Голь, Морис Торрес, Жак Дюкло. Узнав о приезде Джабраилова, секретарь французской коммунистической партии Жак Дюкло пригласил его в свой загородный дом. Это была теплая, трогательная встреча. Никогда не забудет благодарная Франция великого подвига советского солдата, сказал на прощание Дюкло. Это было его последнее интервью. От благодарной Лотарингии советским солдатам, погибшим в 1941-45 годах, и среди них азербайджанцы, друзья Ахмедии, партизанка Джейран Ханум, Михаил Гусейнов, Закир Закиров. Родные мои, примите горсть родной земли. Пошли тебе, Родина, силы за радость жизни с тобой. Примите мою любовь, земля родная, народ родной, река бурная, горы белоглавые.